Я в городе Хуан-Гриего. Это у нас на западе острова Маргарита. И вот этот вот комплекс. Это все социальное жилье. Власти предоставляют вот эти вот домики. Мало обеспечено всем кадетам. Здесь у них вот такая вот такая площадь. Есть детские площадки, цветочки, все культурно. Также у них здесь такие вот солнечные эти, как они называются. В общем, энергия солнечная. Приехали на Ларистингу. Вот такой вот здесь пляж. Сейчас мы сидим в кафешке, ждем наш заказ. Заказали устрицы, здесь они дешевые. И я сейчас буду первый раз в жизни пробовать устрицы. Вроде говорят, что вкусные. Не знаю, вообще морепродукты мне нравятся. Думаю, устрицы понравятся. Вот здесь такой вот пляж. Вот они устрицы. Две таких вот тарелки стоят на наши деньги, если перевести, что-то около 40 рублей. Сейчас буду пробовать. Итак, всем привет. Ну и что, попробовал я вчера эти устрицы хваленые. Мне они вообще не понравились. Сейчас мы стоим, покупаем какадо. Это вот такой коктейль из кокосов. Сейчас мужик его готовит. И вот второй тут тоже с мачете рубит кокосы. Стоит это все тоже дешево на наши деньги и очень вкусно. Мне очень нравится этот коктейль. Вкусно он у них получается. Тут сейчас тоже стояла местная полиция, тоже здесь останавливались, брали себе кокадо, коктейли. Вот у них тоже тут какая-то фигня продается, не знаю даже, что это такое. Какие-то сладости, наверное. Вот идет приготовление нашего коктейля. А вот он, готовый коктейль. А вот подъехало новое сырье. Вот мужик привез кокосы свежие. Разгружает. Короче, вот такой коктейль. Сколько здесь, не знаю, ну 200 миллилитров, наверное. Стоит 8 рублей на наши деньги. Вкусный вообще, офигенный.